Соглашение о сотрудничестве между правительством Ханты-Мансийского автономного округа Югры и Международным союзом неправительственных организаций Ассамблея народов Евразии. Соглашение подписывают Наталья Владимировна Комарова, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Югры, Андрей Юрьевич Бельянинов, генеральный секретарь Международного союза неправительственных организаций Ассамблеи народов Евразии. Целью заключаемого соглашения является укрепление деловых и общественных связей, установление делового сотрудничества, поддержка промышленного, научно-технического, инвестиционного и иного взаимодействия организаций и компаний регионов стран Евразии и Ханты-Мансийского автономного округа Югры.